Я уже целую вечность его не видела. При рождении руны предсказали нелепую смерть. Младенец был таким маленьким и беззащитным. Я поняла, что пойду на все, лишь бы защитить его. На любые жертвы. Я, конечно, все делала для себя. Мои желания и страхи были для меня важнее. Он озлобился, а я слишком поздно заметила. Не повторяй эту ошибку. Ты должен верить в него. Да, правда, бывает тяжело. Но с детьми вообще всегда непросто. Это проклятие. Мальчик был проклят. Не уходи без меня. Я не уйду. Теперь мне лучше. Я вижу. Он выдержит путь. Пока да. Этого не повторится. Я обещаю. Уж будь добр постараться. Фрейя, я этого не забуду. Спасибо. Благодари отца, но тебе бы остаться, отдохнуть. Этого довольно. Мой дом всегда открыт для вас. Это Ванахейм, да? Ты сам догадался? Окно похоже на кристалл Беврёста, но ведь за стеной совсем не это. И ты грустишь, когда туда смотришь. Ты юн, но уже мудр. Да, это окно в родной мне мир, который я давно оставила. Окно, но не дверь. Ты не можешь покинуть Мидгард из-за того, что случилось в Вальдхейме? Таков дар моего бывшего супруга мне на прощание. Почему Один запер тебя здесь? Для него желание насолить – веская причина. Но, как и все его поспешные решения, это продиктовано страхом. Ваны были угрозой для асов, пока наш брак не скрепил перемирие. Теперь многие ваны считают меня предательницей. За свою жертву я получила лишь ненависть. Он запер меня здесь, чтобы я не могла ничего исправить. Я хотел спросить, почему ты живешь под черепахой? Она была моим первым другом в Мидгарде. Она предложила мне кров, а взамен я защищаю ее от опасностей, таящихся в лесу. Золотой кабан, огромная черепаха. У тебя интересные друзья. Что ж, пока Моди не прервал нас так грубо, мы думали заглянуть в сокровищницу Тюра. Да, найти черную руну. Мальчик, ты помнишь дорогу отсюда? О, не знаю. Конечно, помнишь. Нужна лодка. Не знаю. Наверное, нужна лодка. Ну ладно. Yeah.
скользкую колючку, что-то может пробраться.
видишь? Лодку выбросило на берег. Значит, кто-то уже вызывал змея. В лодку я потащу. Ты молчишь. Тебе лучше? Да, вроде. Ты подслушал наш разговор с Фрейей. Думаешь, что все понял, ошибаешься. Почему ты молчишь? Говоришь, я проклят. Я не такой, как ты, я слабак. Не такого сына ты хотел. Но просто я уже думал, что теперь все иначе. Ты не все знаешь, сын. Не все. Но теперь я хотя бы знаю правду. 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 Я бог Этрей. Из другой далекой страны. Я пришел на эти берега, чтобы жить как человек. Но правда в том, что я родился богом, так же, как и ты. Сын, нечего сказать? Я... Могу я превратиться в зверя? В зверя можешь ли превратиться? Нет. Нет, это вряд ли. Я бог. Мама знала? Она тоже богиня? Нет. Она была смертной, но знала, кто я. Я бог. Почему ты так долго это скрывал? Надеялся избавить тебя. Жизнь бога – это нередко бесконечная боль и трагедия. Вот проклятие. А что я могу делать-то? Летать могу? Быть невидимым? Я не чувствую себя богом. Я не знаю пределов твоей силы. Но со временем мы выясним. Точно нельзя стать волком? Удиви меня, если сумеешь. Я поэтому слышу голоса, а ты их точно не слышишь? Как ты их нет? Неудивительно. Все боги разные. То есть я могу не стать таким же сильным, как отец, но у меня будут другие таланты. Они у тебя уже есть, парень. Твоя способность к языкам поразительна для твоего возраста. Лишь время покажет, на что еще ты будешь способен. Так ты давно знал? Да, знал. Но я повидал слишком много. Видать, я тоже. А кто еще знал, что я бог? Фрейя точно знала. Брок и Синдри? Им ни к чему знать. Бальдер! Он знает? Поэтому он нас преследует. Ты давно знаком с ним? Я впервые увидел Бальдра в день похорон твоей матери. Это правда. Эй, но нам же не обязательно сразу идти в сокровищницу. Ну, мы же боги и можем делать все, что захотим, правда? Что бы ты хотел сейчас сделать? Сейчас покажу. Не верится, что Один был мужем Фрейи. Люб
любовь и ненависть переплетены так тесно. Вот смотри, Один ненавидит великанов, а они его. Но мать Тора, великанша Йорд, была истинной любовью Одина. И Тор полубог, полувеликан? Странно. Йорд не стала. Один много веков провел в одиночестве. И когда разразилась война с ванами, я знал, что кроется за его бравадой. В результате долгих уговоров Фрея согласилась. Поначалу Один пустил в ход обаяние. Казалось, он счастлив и хочет сделать ее счастливой. Он исполнил столько ее желаний, я всех и не помню. Воцарился мир, и я поверил, что все получилось даже лучше, чем я планировал. Но в итоге Один показал свое истинное лицо. Он завоевал доверие Фреи, и она обучила его магии ванов, о чем потом горько жалела. Увы, несмотря на все старания мудрого советника убедить его, что только мир позволит отдалить Рагнарёк, Один так и не расстался с идеей захватить Йотунхейм. Познав магию ванов, он устремился к новым экспериментам и новым злодеяниям. Я думала, они посильнее. Go!
Еще одна карта сокровищ. Thank you.
Отец, посмотри наверх. Врагу не позавидуешь. Еще один. Это Трим, король ледяных великанов. Верно. И большой хитрец. Это Мьёльнир? Он украл молот Тора? Ага. На время. И почти всех убивает Тор. Представь себе. Thank you.
Теперь я могу прочесть. Но это имя. Кара. Ого, это имя ее зажгло. Это имя одной из валькирий. Очень любопытно.